С отсутствием культуры вождения и хамством на дорогах борются сразу два республиканских ведомства. В Махачкале прошел совместный рейд ГИБДД и работников скорой помощи. Выявляли тех, кто не пропускает автомобиль со спецсигналом. Ловили нарушителей и наши корреспонденты. По закону время ожидания скорой не должно превышать 20 минут. Но махачкалинским врачам, чтобы добраться до пациента, иногда не хватает и получаса. Виной тому не только пробки. Как показывает практика, водители неохотно пропускают машины скорой помощи. Вот и этот водитель, несмотря на звуки сирены, продолжает движение, создавая помехи для врачей. Нарушителя тут же останавливают. В этот раз карету скорой помощи сопровождают сотрудники полиции. Я когда услышал, я посмотрел вверху, думал сзади. Не вижу там ничего. А вы вот справа, слева не смотрите, да? Я скажу. По указанию руководства управления ГАИ были проведены профилактические мероприятия с использованием карет скорой помощи для выявления фактов непредоставления преимущества спецтехники, то есть каретам скорой помощи. Ну, в рамках проведенных мероприятий в течение часа-полтора были выявлены ряд водителей, которые не желают уступать дорогу каретам скорой помощи. Не было возможности пропустить. Самый распространенный ответ в таких случаях. А вот работники скорой утверждают, на дорогах их, спешащих на вызов, пропускают неохотно. Часто подрезают и даже возмущаются в ответ на просьбы уступить дорогу. Ну, не знаю, менталитет, наверное, наш, дагестанский, как говорится, не уступать. У нас же всегда такое, не уступают, бескультурье, как говорится, бывает. Что поздно приехали, и люди агрессивно уже на нас нападают, мол, почему так поздно приехали. За первый час рейда было остановлено 4 человека. Выписав штраф 500 рублей, полицейские объясняют водителям. В автомобиле со спецсигналом может находиться пациент. И несколько дополнительных минут в пути по вине таких вот неуступчивых водителей могут стоить ему жизни. Такие рейды в столице республики будут проводить регулярно. Сотрудники полиции надеются, что в следующий раз им не придется выписывать штрафы. Написать Шамхалова, Саид Кутиев, Заур Магомедов. Время новостей.